Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале маринованные сливы. Очень вкусные, очень оригинальные заготовка на зиму. И не только. Ну, как бы, если вы их сейчас приготовите, то, конечно, нужно, чтобы хотя бы прошел месяц, чтобы они хорошо промариновались, и потом будете их кушать. Маринованные сливы. Давно как бы забытый вкус болгарских слив, помните, вот когда были социалистические времена, то такие консервы в магазинах часто продавали. Очень вкусный, очень необычный вкус. Я думаю, что если вы попробуете, лично мне очень они очень нравятся. Если вы попробуете, я думаю, что вы тоже будете как бы вот впечатлены этим рецептом. Поэтому, что нам нужно? Нам нужны сливы. Не очень крупные, вот такие как раз, какие у меня есть. Потом нам нужно, естественно, что мы будем делать с вами маринад. И в воду мы с вами положим 600 грамм сахара, пол чайной ложки корицы, вот у меня уже все подготовлено. Все это мы вскипятим, и как закипит, положим туда 150 грамм яблочного уксуса. Значит, слив где-то около 2,5 килограмм нам нужно будет с вами. Их нужно будет сложить в баночку, как бы вот, ну, не прямо утрамбовывать, но все равно плотненько. Нужно будет уложить все сливы. Вот, этот рецепт на 8 баночек пол-литровых рассчитан. Вот, в каждую баночку потом мы положим по 2 корицы. И по одному листочку лаврового листа. Значит, смотрите, сейчас у меня кипит вода. Вот она уже почти закипает. Сейчас она закипит. И я залью сливы просто водичкой кипяченой. Они постоят 20 минут. И потом я все солью. И уже как бы буду заливать маринадом. Значит, состав маринада я уже вам как бы сказала. Вот, кому что непонятно... Смотрите, я все покажу, все расскажу, дорогие мои друзья. Вот такой вот вкусный. Сегодня мы будем с вами такой вкусный. Ну, это как бы как закуска, как... Не сказал бы я, что десерт, но как и десерт в том числе. Закуска изумительная, очень вкусная. Вам обязательно понравится. Я думаю, мне нравится, думаю, что и вам понравится. Так что смотрите, внимательно слушайте. Видео до конца смотрите, чтобы было все вам понятно. Так вот, кипяток у нас готов. Заливаем каждую баночку. Накрываем крышечкой и ждем 20 минут. Ждем 20 минут. Закрывать крышки не надо, просто накрыть крышками. Через 20 минут мы всю эту водичку, которую сейчас заливаем, мы его просто влим. Она нам больше будет не нужна. А новая водичка, которую у нас вот сейчас мы уже поставим греться. Минут через 15 я поставлю греться, рассол. Потом этим рассольчиком мы зальем наши сливы и закрутим крышечки. Вот так вот. Все готово. Итак, вот я с баночек слила рассол. И сейчас в каждую банку, слила водичку. Сейчас в каждую баночку буду класть по 2 бутончика гвоздики. Вот по 2 бутончика. И по одному лавровому листочку. Вот так вот. Кажется, всем досталось. Как будто вот сюда не положила. Вот. И по одному листочку лавровому. Вот так, бачок. И
У меня уже закипает рассол. Сейчас я буду заливать рассольчиком. И потом уже с вами закроем крышками. И сливы готовы. Укутать их в теплое под одеяло. Итак, вот рассол закипел. Как я уже говорила, здесь 1,5 литра воды, 600 грамм сахара и пол чайной ложки корицы. Выливаем сюда 150 грамм яблочного уксуса. Вот, как бы кипятить не будем. Вот оно уже все готово. Вот я уже заполнила наши сливы маринадом. Уже начала закрывать. Вот 3 баночки уже как бы закрыла. Вот такая вот красотища. Очень будет вкусно. Рекомендую. Рецепт просто шикарный. Попробуйте. И потом уже можете в комментариях мне написать, понравится вам или нет, вот по данным рецептам. Дорогие мои друзья, всех вас приглашаю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Всего вам доброго, счастья и здоровья.